проехали сегодня мы в парк Гаруда Вишну. Здесь находится самая какая-то большая статуя той самой Гаруды и Вишну. И еще кого-то третьего. Вызвали такси, Grab, а там, короче, приехал почему-то Bluebird. Непонятно, бомбит, короче, еще параллельно в двух конторах. Ну, приехали, сейчас вот идем. Походу, нас хотели содрать еще денег за вход. Еще до начала парка какие-то ребята молодые. Вот, ну, мы закосили под дурачков, типа, ничего не понимаем, пошли дальше. Вот. Ну, вот такой вот, видимо, вход в парк. Такие массивные скалы. Купили билетики. Билетики обошлись 250 тысяч рупий. Ну, это как бы многовато. Надеемся, что-нибудь будет прикольное тут посмотреть. Так, вон где вход, видимо. Это оказался не вход. Нас развернул там вот мужчинка на мопеде, говорит: ребят, вход не здесь. Вам нужно подняться наверх, вот на уровне примерно вот этих вот скал. И туда подняться, и вход там. Гаруда. Ой, в камере, кстати, не такой большой кажется, но да, по факту как бы, ну, такая массивная. Почти дошли до статуи. Тут еще оказывается все не по прямой, а как-то в гору. Можно вот, да, на таких машинках, например. Прикольненько здесь таким бамбуком как-то выставлено все. Да? Ходили, короче, добрались мы до этой статуи Гаруды. По-моему, издалека она как-то выглядит наиболее так, массивно, что ли. Ну, когда ты ее видишь, там такой горизонт, и вот эта статуя прям выделяется здорово. И вот, как я и боялся, ты подходишь ближе, и, ну да, просто большая статуя. Вокруг, видимо, будут делать такой здоровый комплекс с водопадами даже. Видимо, гостиница какая-то будет, потому что вот здесь... Вверху, вот где завешено какими-то клетчатыми тканями, это все идет ремонт до сих пор, по звуку слышно, то есть она еще строится, тут много чего недостроено. По-моему, все-таки это очень много, 250 тысяч за двоих мы заплатили. Много, по-моему, много. Нет здесь чего-то такого прям сверхъестественного и прям вау, по-моему, так. Добрались до пляжа Пандао Бич. Здесь очень красивый въезд на пляж, просто шикардос. И я понимаю, почему люди едут там на байках сюда. Блин, это прям очень офигенно. Такие виды. Шортаны купил 40 тысяч рупий. Это сколько на доллары? Сейчас посмотрим, если погода нам не испортит тут отдых. Уже как бы дело к вечеру, думали здесь встретить закат. Ну, посмотрим, как получится. Ну, в общем, вот этот Пандао Бич. Рассчитывал, что будет немножко более дико, потому что, глядя на старые видосы, здесь было очень мало посетителей вообще. А сейчас тут что-то прям тьма народу. Очень много китайцев. Это, видимо, местные еще всякие тоже отдыхают. Несмотря на то, что даже здесь просто тьма народу, вот тьма. Вода настолько бирюзовая, просто она прозрачная, бирюзовая. Офигеть. А вот насколько она прозрачная, просто. А здесь вот такая вот пещерина. Относительно того, что мы в Таиланде, там где-то на Колане нашли. Тут, конечно, прямо ого-го. Лужицы. То есть во время прибоя до сюда вода прям доходит как надо.
прошли сейчас так по пляжу Пандавы. Вот, наконец-то ушли хоть от людей. Океан офигенный. Вдалеке такие волны просто разбиваются, огромные, бирюзовые. Там риф, и здесь, получается, волны слабые. Сейчас пойдем посмотрим, что вот там вот за лесенки такие. Глянем. Если можно будет подняться куда-то, наверное, и пойдем здесь, поднимемся. Залезли по каким-то вот этим вот ступенькам сюда. Вода просто офигеннейшая. Я прям восхищен. А вот там дальше еще типа лесенки идут. И что-то, видимо, по ним давно никто не ходил. А там еще сооружение какое-то вон стоит. Ну что-то идти туда, наверное, стрёмно, да? Ну да. Хижина в лесу. Уходим с Пандавы. Пантай, короче, это пляж. В переводе с индонезийского. Сюда мы на пляж ехали на такси, а сейчас пошли пешком. Подняться хотя бы наверх. Вот он, сказочный Бали. Пробки, движуха, жесть. Это район Улувату. Вот там в конце улицы мы сняли жилье. Зашли еще в одну кафешку, какой-то там варунг, более европейского типа, что ли. Ну, ценник за блюдо в районе 50 тысяч, там, ну, это нормальный ценник. Заказали тут минимально, я какие-то спагетти взял. Настя взяла что? Какой-то, vegetable rice, рис. Посоку взяли еще, чисто перекусим уже, вот, и домой валить. Сегодня как-то день у нас затянулся. И заведение выглядит вот так вот. Фонтанчики текут здесь, зелень. Мы прошли в самое его окончание. Вроде симпатично. Немножко негодованием хочу поделиться. Короче, вот Настин рис, который принесли раньше, чем мои специальные спагетти. Это вот vegetable rice. Посмотрите на Настю, посмотрите на рис. А теперь вы смотрите на мои спагетти. Что за беднота? Жесть. Это, ну блин, тут реально я это съем вот в один присест. Сейчас вещаем с пляжа с черным песком, относительно черным, он такой темно-темно-серый. Пляж называется Перериман. Очень много людей где-то снимают ролики, говорят, вот едем на пляж с черным песком, а вообще не говорят название. Ехали, короче, блин, из Семенника по пробкам, около часа, наверное, ехали, хотя казалось бы, это минут 20, наверное. Очень много красивых мест через Чэнгу, класс. Вот теперь добрались до пляжа, нас там ждет таксист, договорились, что обратно нас отвезет, потому что что-то тут прям... далеко от цивилизации. Здесь огромные просто волны. Хватает серферов, серфят, все, ну, прикольно. Ну что ты скажешь, тебе нравится? Зеркальная прям гладь. Вот он какой. Вау! Смыло шлепки. А ну стой. Тут еще, по-моему, вкрапление соли, и пляж типа отдает блеском каким-то. Ну, короче, вот такой вот прекрасный балийский закат мы сегодня встретим. Все в облаках, все в тучах.